Ё-моё. Я! Ой, в красивом воздухе об ноги ударился. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арара, Васаби, Пингвину, Секрет, Форум, Феникс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, ну что, давно мы не записывали на этом крутом лабиринте, и давно у нас не было рубрики с Абунгой. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать, веселиться и угорать. Так нечестно, я уже сам. Ну и хорошо, пока. Так, ну что, падаем и погнали. Надеюсь, я повыживаю хоть 5 секунд дольше, чем обычно. Я на вышке. Веселье началось, пацаны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень веселое, классное, которое людям продлевает жизнь. Так как смех – это и есть наша жизнь. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Так, я видел, как он телепортировался. Он уже идет ко мне. Кстати, очень бешено. Ах ты, зараза говняная, со спины зашел. Хорошо. Хорошо. Ой. Так, ну что, надо как-то мне все-таки попытаться пробраться. Мы уже все на башне. Вы все на башне? И вы видите, да, как я сейчас, я буду умирать сейчас. Прощай. Да. Зараза. И что, это я поставил сам себе их? Да. Не, так не будет. Походу. Так он не будет. Вот это сейчас будет веселье. У вас там тоже их много, пацаны, не переживайте. Ты меня скинул. Твоя судьба, карма тебя скинула. Правильно. Ай, зараза, они меня же ждали здесь. Да как мне попасть на вышки? Меч это лазерный. Легко? Лазерный меч взять? О, давайте, Звездные войны возьмем меч. Мне кажется, меня это, конечно, особо не спасет, но я буду стараться. Они прыгают. Я упрыгают. Воу! Я подстава, отлично! Я отлично! Отлично! Хорошая идея с мечом. Спасибо, что подсказали, пацаны. Пожалуйста. Отлично. Еще разок. Так. Ого, не прыгают. Они достают до вышки, да, туда ж? Да. Я вижу, я вижу. Ну что, пацаны, давайте. Сейчас кто умрет, тот лох. С этого момента. Давай, Дима. А, ну все, Пингвинус, давай. Это судьба. Тихо, тихо, тихо. Надо оружие поменять, чтобы от первого лица играть. Это не надо. Они не умирают, пацаны. Вы зря такое оружие используете. Они бессмертные. Питеры. Так, отлично. Я наверху. Эй, наверху говорю. О, ну что, давайте проверим, сколько я здесь смогу продержаться. Они, кстати, так не высоко не допрыгивают. Или допрыгивают до конца вышки, пацаны. Иногда могли. Иногда могли. Допрыгивают. Тю, блин, это я думал Абунга, это Симпсон у нас тут прилез. Как всегда. Ой-ой-ой, красиво умирает, пацаны, я вижу. Так, я буду добавлять еще. Я хочу, чтобы был прям вообще эпично, так как у нас лимит. 100 Абунг мы можем поставить. Давайте черный. Так, ну что, штук 50-60 уже приблизительно я поставил. Ой, кто-то много. Лабиринт, как подвал. Да-да-да, но они там тоже могут, кстати, ходить. А, вот это он рядом был. Вот это прям вообще близко. Смотрите, смотрите. Еще чуть-чуть и будет допрыгивать. Проверим, сколько мы здесь можем продержаться. Сложно? Да. Ну ты же хороший игрок. Ты же говорил, что ты профессионально играешь. Конечно. На тебе, поджопник. Блин, хотел поджопником скинуть. Эй! Ты че? Ой, извини, не хотел. Ты первый начал монтировкой драться, я поджопника давал тебе только. Мужики, предлагаю по старой тактике, берем оружие за входа, пытаем дип. О, давайте, давайте, пацаны, я жду вас. Я тоже возьму сейчас оружие с Left 4 Dead, и мы посмотрим. Все, пацаны, бежим. О, правой кнопкой мыши, да, отталкивать? Нет. Вообще-то, Alt F4. Ах, вы жопы скинули! Ааа, блин, ну блин! Эй, я так хотел первый скидывать всех. Дима, я спрыгнул с другой башни и тебя пнул. Так нечестно. Ну все. Отлично, отлично. О, они позастревали здесь некоторые. Тихо, тихо, мужики. А! Ё-моё. Я! Ой, в красивом воздухе об ноги ударился. Ой-ой-ой, сейчас чувака окружили. А кто за Симпсона играет? А!
Эй, блин, аж подлагивает. А так я забыл. Так, поудаляю чуть-чуть. Черных удалю. Во-во-во. Да ты смотри, что они делают. Убивают жестко, да, пацаны? Нет. Не, ну, на спавне их прям вообще куча. Ну, это ж хорошо. Они прям на спавне душат, пипец. Во, поиграем немножко третьего лица. Кстати, я выхватил тактику, как легко до башни добегать. Вообще отлично, смотрите. Да, легко и просто. Даже не надо ни паркурить, ничего. Просто бежать и все. Так, никого нет. Ого, еще бы чуть-чуть бы и достал до меня. Его сами слышки сокнули. А, зараза, отвали. Ого, прям на лестницу приклеился. Вы видели? Это был профессионализм. Так, отлично, отлично. Вот он там. А, только не скиду. Да тварь. Ну говорю, не скиду. Это правая кнопка мыши, да, ты нажимаешь? Или какой? Alt F4. Alt F4 это выходить с игры. Ты думаешь, я не знаю эти все приколы? Ну так жаль. Ладно, кнопка выключения компьютера. Эй, не шути так со мной. Ай, зараза. Ну, зараза. Ой, что ты жопу нюхаешь тут? Погнали, погнали! Отлично, отлично, ребят, мне нравятся такие выживалочки. Где прям, знаете, очень сложно выжить. Ай, пойдет, пойдет. Дима, ну мне нравится, как ты выживаешь. Они меня ужалили. Она бежит за мной. А Бунга это он или она? Он. Оно. Оно, точно, что оно. Так, выбираем мою тактику, которую я придерживался в тот раз. А, да блин, я так пугаюсь, когда они меня убивают. Ребята, если вам нравится рубрика с абунгами, пишите, нам нравится или плюсик. Тогда мы будем больше снимать, потому что я в последнее время меньше их стал снимать. Но я думал, что вам не нравится это. Давайте проверим, нравится или нет. Ведь, знаете, я сегодня нашел, пацаны, настолько большой гигантский лабиринт. Давайте, если этот ролик наберет 3000 лайков, то я его запущу. И он настолько большой лабиринт. Вы таких лабиринтов в Гаррисмоде никогда не видели. Он просто мега гигантский. Там, ну, нереально большой. Там даже, я не знаю, есть ли смысл его будет запускать и возможно ли оттуда вообще выйти. Вот это я там убегаю по красоте. А, меня окружают. Демоны, да? А, промахнулся. Нет, не хочу жить. Ой-ой-ой-ой, красиво. О, толпу отвожу. И сразу ее обманываю. А! Блин, допрыгался, жопа морская. Так, показываю вам, ребята, тактику, как до башни добегать. Чтобы не получать урон падения, в конце можно контрол нажимать. О! Да, я этого не знал. Эй! Ты, смерть вонючая! Эй! А-а-а, вы против меня решили, что ли, играть? Нет, это все васами. О, когда с контролом выше прыгаешь. Я случайно, да. Дима, это не я. Это не ты, хорошо, это я запомнил. Оно само. Оно само? Честно, я тебе не верю, ты врешь меня. Ого, не допрыгивай до самого верха. Ой, секрет умер, прощай. Как всегда. Довольно-таки был неплохим человеком. О, паузер ползет. Мужики, мне страшно, за мной идет Дима. Так он подняться не сможет. Че, не, а че я не смогу подняться? Ах! Уже сможет, а нет, тебя там васаби столкнет. Нет, никого нету, я сам. Кружит. Ну что, ребята, я... Главный на башне. Ненадолго. Ты думаешь? Скидывать его с ордеры. Нет, вы меня не скинете. Поспорим? Ну давай, я тебя жду. Ну давай. Кто залезет, того сразу буду мечом по башке вот так бить. Давай, кто? Ему сразу бан. Че, не надо бан? Так, я вижу, кто-то пытается. А, это Абунга. Думал, кто-то ко мне уже лезет. О, если в Абунгу селиться и к Диме залезть? А, не получится. Нема оружия у нас, которое позволяет им управлять. Его надо отдельно качать. Я забыл. Ну, блин, так нечестно все. Чего? Ну что, пацаны, пока мы все победитель. Потому что я царь горы, и тот, кто тут стоит наверху, Абунга не может убить. А пацаны, что-то, кстати, никто не умирает, я не понял. Вы что, все живые? Секрет. Так, секрет умер, это хороший знак. А
что, он типа убить тебя может? Ты не один, Дима, царь горы. А, ты тоже залез? Арара тоже залез. А что ты мне пытаешься дать? Отлично! Ну что, васаби, не получилось у тебя, да, что-то? Все, Дима. Я буду мстить. Так давай, попробуй, залезь и убей меня. Ну все. Эй, не надо так делать. Давай, последние слова. Блин, не ту кнопку нажал, фух. Не, я тебя не буду убивать. Я не буду убивать, да, я выключу вообще меч. А третьего лица, кстати, прикольно играть в Гаррис Мэдди, мне нравится. Дима, я как-то много подбашу. Подожди, секрет не скидывай, сейчас все будет. Ай, офигевший. На, тварь. А, да как ты это сделал? А, их тут много. Ну все, ну все. Вы сговорились против меня одного, это же честно. Ну, ну. Ого, меня Бунга подкинул, представляете, я не умер. А как такое возможно? Это, ну все, Дима. А не, может, у меня игрок так подкинул? Головой не знаю, наверное, да. Я, короче, жопой об голову ударился и подлетел. Так, подлавливаем момент. Ой, красиво! Ну, блин, ну как так-то? Так, давайте попробуем через другую сторону. А, там тоже-то, кстати, можно сделать. Во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Ой, вообще красота, смотрите. Какую фишку нашел, где можно бежать. И искры делать еще. Прикольно. Так, убираем меч. Просто бежим легким бегом. Прогулка у нас. Я царь горы. Нет. Ты будешь царь горы. Дурак, а не царь. Иди отсюда. Нет. Сам иди отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж вас так много? Ой, я знаю, что надо сделать. Так, у нас кое-что еще есть, ребята. Во. Чинг. И... По лестницам очень чинг. Нет, Дима читерит. Че я читерю? Быстрее. Газ ему. Дурак, что ли? Так. Давайте ему гранату в портал закидывать. А где его портал? А. Прям подо мной. Вот его портал. Давайте запрыгнем в портал с оружием в лофт-дэтом. Я удалил портал специально, чтобы вы мне ничего не делали. Блин, ну не однако. Ой, я знаю, что... Так, сейчас, ребятушки, мы все сделаем. Да твари! Да Бунга, тварь, блин, испугал меня. Ты оружие красиво выбирал. Не стреляй. Кто по мне стреляет? Не бей меня. Ладно, не буду, давай идем в портал. Давай. О, отлично, отлично, отлично. Оп, я ползу. Тихо, тихо. Ай! Да ты задрался своим вонючим оружием! О, видели? Мечом можно, кстати, цепляться за стенку, и оно медленно падает. Я это фишкой не знал. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, а Бунга задрал. Ах ты, тварь! Ну, блин! Ну, это было прикольно, кстати. Форум, ты такой плохой. Эй, веселимся. Что там за ракетница у вас? Ой. Все, Арара убивать не буду, он свой. Так значит... Эй, у вас там ракета застряла в стене, вы слышите это? Это вообще-то ракета Арара. Я вижу. Моя ракета. Она, кстати, падает вниз почему-то, это очень странно. Опять доминировать. Ну, значит, в конце видео... Ну что, давайте, портальщики, вы где? Дим, помнишь, когда мы теряли атомную бомбу в портале? Да, было такое. О, вижу, вон кто-то порталист. Слышь, ты! Подожди. Да блин, это... Ах ты, пингвинус, вот так, значит, вы со мной заговорили? Да. Да блин, ну что вы? Ну все, прости. А че у Арара дофига хп? Вы че, офигели? Арара читер, все? Арара, сколько он себе жизни сделал? 10 тысяч там. У нас денег не хочет получать. Ты должен умереть. Ай, не могу убить!
ты, бессмертная морда! Квасок, а что у тебя жизни много? Неправда. Мы не с обунками воюем, а между собой, что ли? Дима, иди сюда, иди сюда. Да я тебе... Я тебе... Ай. А, я хотел спауна удалить. Ладно, ладно, надо валить. От этих психов. Нет, куда мы бежим? Да вы задрали, отвалите от меня! Бунга, убей его! Сейчас тебя Бунга убьет. Что произошло? А ты смотри, я кишки из жопы мне выпустил. Эй, вы чего такие злые? Я же к вам по-хорошему. А что? На, понюхай. Нет, стреляем ее. Блин, не получилось. На, вот так? Это эпический взрыв. А мы вышли. Раз ты вот так вот, тогда лови. Да ну это не честно, это ядерная бомба. Ой-ой-ой. Я же ядерку не взрывал. А что, это маленькая? Нифига себе маленькая. Вот это там все горит к чертям. Да ты смотри, что они делают. Ребята, они надо мной издеваются. Да, поставьте нам за это лайк и подписку. Это моя бомба, на, нюхай. Где она? Она все взорвется. Она слабая, она не мощная. Да вы задрали меня убивать. Я же вам ничего хорошего не сделал. Вот именно. Ой. Бомба улетела, осторожно. А что она не активировалась? Эй, бомба! Удали. Это моя бомба! Оставь ее! Нет! Я, все, полетело, отлично! Сейчас все взорвутся, ребята! Ой-ой-ой, что фигня? Нормальная бомба! Я всех убью! Спасибо за халявные килы! Куда, Дима, нет! Да вы задрали, мужики, хорош! А кто бомбу ставит? Да секрет, да хватит! Да, Дима, это баг. Так, хватит, какие баги? Это ты доставил, блин, мочишь. Нет. Надо быстрее сваливать. Одевайте газ, чтобы... Подождите, эрорка, а эрорка застряла. Так. Оцепляем район, не даем Диме сбежать. Отлично. Ролики. Форум, стой, ой, красиво, красиво, ребятушки, смотрите. Налеплю. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, это о, было эпично. О, Дима, сверху, давно да? Я не такую бомбочку не взрывал. Так, сейчас, какая бомба, я не понял. Все, прощайте, пацаны, вам понравится. Я не почти словил. Ой-ой-ой, красиво. А, надо валить, надо улетать. Чем дальше мы идем, тем больше. Смотрите, смотрите, это называется вулканическая бомба, уже достает. Ой-ой-ой, улетай за карту. Я выжил. Вот ты. Это жесть. Воевали, короче, с обунгами, закончили война между собой. Ну, мне нравятся такие ролики. Ну все, ну все. Не-не-не, не все, пацаны, не все. Это только начало войны. Я разозлился сильно, держите, подлецы. Ну все. Бум. Дим, хочешь настоящей войны? Я тебе ее устрою. А ты умеешь? Ой-ой-ой. Ой. Вот ты чё там бросаешь? Энди-тим. О, у вас сами тут тоже энди-тим? А, хорошо, хорошо. Нет, я открываю энди-тим, ищу мою любимую бомбу и взрываем Димас. Я слабенький. Ну все, пацаны, прощайте, сейчас что-то будет эпичное. Я вижу, сколько взрывается бомб. Это просто ой, вылетело. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.